территории области проводится операция «Пешеходный переход». Вот хоть волонтеры вам вручат подарок, еще раз хотим предупредить, что были вы повнимательней. В этом году предупреждать водителей о необходимости соблюдения ПДД приходится чаще обычного. Только за прошедшие 10 месяцев на территории региона произошло 2727 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 257 жителей губернии. Почти 3500 человек получили ранения различной степени тяжести. Социальная акция «Пешеходный переход» призывает горожан к дисциплинированности и ответственности за свои действия на дорогах и в границах пешеходных переходов. Правилами жители Самары области стараются не пренебрегать. По максимуму стараемся соблюдать, потому что правила поведения в обществе. Это необходимо для безопасности, что пешеходов, что водителя. Социальная акция «Пешеходный переход» раз в 2 недели проводится во всех районах Самары области при поддержке Министерства транспорта и автомобильных дорог региона. Сотрудникам патрульно-постовых служб помогают волонтеры. В качестве комплимента за соблюдение правил дорожного движения самарцам вручают блокноты и светоотражающие значки. Презент достался и Людмиле Белосковой. Соблюдать ПДД все равно, что следовать этикету, считает жительница Самары. Когда светофор, это, конечно, в помощь, но вот, например, на дублере у нас нет светофора, там просто знак перехода. И я всегда заранее останавливаюсь, чтобы убедиться, действительно водитель меня видит и действительно он не проигнорирует зебру. Мы дарим подарки тем, чаще всего, кто не нарушает, кто соблюдает правила. То есть посмотреть направо-налево, как бы, это не каждый делает, а просто некоторые просто берут и идут. Вот. И мы смотрим и консультируем. То есть если, например, мама идет с ребенком, то возьмите, пожалуйста, ребенка за руку. По сравнению с прошлым годом в регионе зафиксировано снижение дорожно-транспортных происшествий на 14%. Статистика касается аварий без летального исхода. Хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения и пешеходам, и водителям, чтобы правила дорожного движения соблюдали. Водителям обязательно при приближении к пешеходным переходам заблаговременно снижать скорость, а пешеходам, конечно же, при переходе обязательно убеждаться в своей безопасности. Предостережение особенно актуально с учетом предстоящей зимы, гололеда на дорогах и сокращения светового дня. По неутешительной статистике, рост аварий со смертельным исходом в этом году вырос на 9%. Ольга Павлова, Сергей Баскин. События.